Строительство скоростной трассы М-11 дорого обходится нашему району. Помимо деревни Василёво, в заложниках ситуации оказалось целое сельское поселение. Глава Решетникова сегодня вновь подняла вопрос парковки и проезда большегруза. Дорогу на Санькова отремонтировали год назад по губернаторской программе. А сегодня от ремонта не осталось и следа, как и на дороге к Решетниковскому кладбищу. В избежание аварийных ситуаций некоторые пассажирские автобусы сегодня даже пошли в объезд. У нас сегодня Санькова, автобус обратно оттуда поехал через Масюгино, потому что это уже невозможно. Я на своей не смогла проехать до того места, где они, ну, где автобус попал. То есть они также интенсивно используют, и грузы большие, большие машины. На данный момент в жилых поселках Решетниково вывешены знаки, запрещающие въезд большегрузов. Установлено дополнительное патрулирование, а муниципалитет ведет переговоры с подрядчиком о восстановительных дорожных работах. Я считаю, что в первую очередь должны жестко соблюдаться рамочные соглашения о тех логистических моментах, которые должны выполнять компании-подрядчики. А это значит, должны четко быть организованы места отстоя для автотранспорта, должны быть четко прописаны условия, в какой период времени будет восстановлена дорога. То есть у нас есть понимание, что организация пошла на принятие мер, что необходимо будет после завершения вот этой большой логистической истории, да, восстанавливать дорогу, и они не отказываются. Поэтому, конечно, мы будем требовать, чтобы были прописаны конкретные временные рамки. Конечно же, размещение знаков, запрещающих проезд там, где можно этого избежать. В обязательном порядке нужно, конечно же, объездные пути, нужна дополнительная дорога, которую должны строить самостоятельно подрядчики.